Очередной конфликт между жителями и управляющей компанией разгорелся в Тульской области. На этот раз его эпицентром стал город Липки Киреевского района. Новогодние дни жители одного из домов посвятили далеко не застольям и встречам гостей. Тему продолжит Илья Логинов. Стены в трещинах, в подвале грязь и сырость. Годами там стоит вода, а управляющая компания бездействует. Жители дома обеспокоены, что рано или поздно здание окончательно обрушится. Местная управляющая компания «Гарант», похоже, скрывает проблемы за железной дверью. Узнав о приезде нашей съемочной группы, представители управляющей компании, по словам жителей, поменяли замки. Вход в подвал теперь закрыт для всех. Это не подходит. Увидеть, в каком состоянии находятся коммуникации, можно только через подвальное окно. Труба, там стоит хомутик, но не доделана, видимо, до конца. Температура в квартире, где проживает инвалид второй группы, не превышает 15 градусов. Отопительная система в доме, по данной местной администрации, находится в аварийном состоянии. Только после обращения жителей к губернатору в нескольких квартирах стало тепло. Проблема в том, что от подачи шла спальня, обраткой спускался в зал. От кухни шла подача, горячие трубы были в обратка, шла в зал. Две обратные трубы. Хоть туда подсоединяйся, хоть сюда радиаторы, везде холодно. Районные власти, разумеется, в курсе проблемы. Совместно с жителями представители администрации проводили замер температуры в квартирах. По словам главы администрации, сотрудники управляющей компании обязаны устранить все нарушения. 14 января на собрании жильцов жители дома намерены отказаться от услуг управляющей компании, которая, по их мнению, бездействовала 10 лет. Илья Логинов, Сергей Давыдов, Тульская служба новостей.